друзья, с вами Стилпро, и сегодня покажем мод на Херобрина для Майнкрафта Pocket Edition. Что ж, этот мод добавляет нам настоящего Херобрина, которого вы можете призвать с помощью команды в чате. Ну что ж, набираем команду Херобрин, и после чего нам должны дать яйцо спавна этого Херобрина. Что ж, набираем Херобрин, и что нам дают? А нам чему-то ничего не дали, да. Получается, наверное, неверно ввел эту команду. Что ж, давайте повторим. Наш робот. Пишем Херобрин. Теперь все проверяем. Херобрин. Да, все правильно. Правильно так. И как видите, нам дали его спавн. Ну что ж, надеюсь, вы, ребята, готовы. Ну что ж, тогда начинаем. Вот такой у нас Херобрин. Почему он у меня черный? Ну, наверное, это связано с тем, что у меня установлены эти шейдеры. И что же, после того, как вы напали этого Херобрина, у нас появляется динамит, появляются скелеты и появляется всякая этого каналь, которую вы не можете встретить в обычном мире. Что ж, как вы до этого видели, наш Херобрин трагически умер. Но, чтобы это все прекратилось, вы каким-то волшебным способом должны убить этого Херобрина, который сам с собой покончил. Я не знаю, что мы будем делать, но этот Херобрин сам себя убил. У него было очень мало хп, и вот этого канала будет происходить с нами до того, пока мы не убьем какого-то еще Херобрина, которого просто уже не существует. И если скелет у вас будет спавниться, опять же, до того, как вы не убьете Херобрина. Но если вы передадите с Майнкрафта и войдете в этот мир, то уже ничего не будет. Вот такая радостная новость ожидает многих, кто уже разочаровался. Ну что ж, давайте попытаемся самим убить этого Херобрина. И где он у нас? А вот он у нас. И что ж, он опять сам умер. И с него падает то же самое, что падает с обычного паука. Динамит, ты просто уже замучил. Может, ты перестанешь падать, но этот мод, на самом деле, как видите, не доработан. Да, он требует доработки, но все же уже что-то полезное есть. И, можно сказать, этот мод добавляет некий экшен в наш Майнкрафт. Да, именно этого нам не хватало. Но динамит все продолжает падать. Падать скелеты продолжают спавниться, но и в этом канале все происходит. Ну-ка, давайте сюда уйдем. Ну что ж, мод довольно прикольный. Вот. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.